Анапские аграрии уже завершили второй тур подкормки озимых зерновых культур. Полностью завершена и обработка озимых культур гербицидами по злаковым сорнякам. Уже посеяны горох и яровой ячмень. Еще предстоит закончить посев горчицы, многолетних трав, нута и сои, а также однолетних трав и льна. В крестьянско-фермерских хозяйствах на площади 505 гектаров запланирован сев овощей. Уже приобретены семена и для более поздних посевов таких культур, как подсолнечник, кукуруза, сорго. Для весенне-полевых работ планируется использовать 156 тракторов. Также агропредприятие проводит работы в садах и на виноградниках, где завершена обрезка насаждений на всей площади. Этой весной посажено 75 гектаров виноградников.